Всем привет! Сегодня с вами мы приготовим рулет из лаваша с очень оригинальной начинкой. Его можно кушать как в холодном виде, так и в теплом виде. Я вам настоятельно рекомендую его приготовить, вам очень понравится. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Берем шампиньоны и нарезаем их на средние кусочки. Главное, чтобы они были не толстые, чтобы хорошо они прожарились. Разогретую сковороду смазываем слегка растительным маслом. Высыпаем шампиньоны и начинаем их обжаривать. Пока шампиньоны будут обжариваться, мы будем не тратить время и будем подготавливать следующие ингредиенты для лаваша. Берем укроп и нарезаем его мелко. Далее берем одну головку репчатого лука и нарезаем его на мелкие кусочки. Пока мы нарезали укроп и лук, вода из шампиньонов испарилась, а это значит, что они готовы. Дадим им остыть. А пока что обжарим лук. Также нальем немного масла в сковородку и слегка его обжарим. Сыр нужно натереть на мелкой терке. Далее берем фарш индейки, добавляем к нему баночку мягкого творога и обжаренный остывший лук. Добавляем соль и специи по вкусу и все хорошо перемешиваем. Потом берем один лист лаваша, раскладываем его на столе и посыпаем половиной натертого сыра. Все распределяем равномерно. Потом сверху накрываем вторым листом лаваша. И будем намазывать сверху нашу начинку. Это фарш с творогом и луком. Распределяем ложкой или лопаткой по всему лавашу. Сверху потом посыпаем обжаренными грибочками. Далее посыпаем укропом. И, наконец-то, оставшейся половиной тертого сыра. Все заворачиваем в рулет. Рулет разрезаем пополам. Укладываем его в форму для выпекания, смазываем яйцом, чтобы была румяная корочка, и отправляем в духовку 180 градусов на 30 минут. Когда наш рулет пропечется, дадим его немного остыть и нарежем на порционные кусочки. Наш рулет из лаваша с индейкой и грибами готов. Хорошего вам настроения и приятного аппетита! Если понравился рецепт, подписывайся на мой канал, ставь палец вверх. И не забудь обязательно посмотреть другие видео на моем канале. До встречи!